Всем добрый день. У нас снова гастроли у артистов. Дети выступать будут, вот я в предыдущем видео говорила, на хуторе Красная Нива. Там будет сретенский бал. Сретенский казачий бал. По-моему, так правильно называется. Вот тут уже автобусы, там два стоят. Это у нас музыкальная школа. Нет, неправильно называю. Детская школа искусств, потому что здесь не только музыканты, тут и танцоры, и художники. В общем, артистов повезут вот на тех двух автобусах. Но у нас преподаватель сказал, попросил, что если есть возможность на своей машине отвезти, то лучше тут так, чтобы они не толкались. У нас же инструменты. У нас не только платье, у нас инструменты. В общем, жду своих. На улице такой сильный ветер. Тут у меня Сергей Витальевич. Хочешь на улицу выходить? Нет, там холодно. Вчера был тепло, сегодня холодно. Вчера было 17 градусов тепла. Сколько сегодня? 6. 6 градусов. В общем, ну, перепады такие, качели. Качели. Ну, пока не видно их еще. Инструменты будете какие брать? Ой. Да, Дарина с нами. А где остальные у нас? Юлия Александровна не дала ничего. Где Егорка наш? Юлия, дальше туда. Там Снежана. Снежана с той стороны сядет, ладно. Вася, где Егор со Снежаной? Не знаю, где-то там. Им балалайки дают. Вы свои взяли? Да. Молодцы. Там уже эти топотушки уже уехали. Танцоры. Танцоры уже уехали. Идут все красивые. Все закрывай дверь. Головы причесанные, накрашенные. Нет. Не накрашенные еще? А им нельзя. Они казачьи будут петь. Они должны естественной красотой. Пока репетиция идет. Такую сцену сделали. Зал небольшой, посадочных мест мало.
пользуюсь случаем, снимаю, что тут есть на выставке, пока идут репетиции. Очень интересные работы. Покажу, что я в фойе. Такая общая гримерная.